В Национальном музее Тувы 27 сентября пройдет лекция «Эверест. Такой далекий и близкий». Председатель Федерации альпинизма Тувы, член Русского географического общества Мариана Кыргыз в рамках традиционных лекций «Колесо знаний» расскажет о покорении высочайшей вершины Земли – горы Эверест и проекте «Семь вершин Тувы». Кроме того, она поделится впечатлениями и о восхождении на Килиманджаро в Африке, Аконкагуа в Южной Америке и двуглавую Маккинли на Аляске. Также в рамках лекции слушатели узнают о целях и задачах Федерации альпинизма Тувы и ее основных направлениях деятельности, куда входят популяризация горного туризма и альпинизма, сотрудничество с Российским географическим обществом, поддержка детских и молодежных секций, а также возрождение школьного туризма.